Девушка, метнувшая коктейль Молотова в сторону полицейских, оказалась студенткой Государственного социально-гуманитарного университета. Все произошло в центре Москвы во время вчерашней акции против войны на Украине. 22-летнюю Анастасию сразу задержали полицейские и вскоре доставили на допрос в СК. Следователи возбудили против нее уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сегодня девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, извиняется, следствие просит о ее аресте. Я приношу извинения перед сотрудниками полиции за то, что подвергла их жизнь, здоровью опасности. Прошу прощения.